Доброго времени суток, в эфире Феромон ТВ, и с вами кальянный мастер Владимир с Феромон Коменда. Сегодня мы поговорим с вами про чаи и конкретно про тигуанинь. Тигуанинь – это китайский чай, происхождение тигуаниня – провинция Фуцзянь, горы Аньси. Тигуанинь является светлым улуном. А заваривается тигуанинь при температуре 85 градусов. Цвет у чая светло-зеленый с легким бирюзовым оттенком. Тигуанинь является одним из самых популярных чаев в Китае. Сбор чая происходит весной, осенью и летом. Вкус чая сладковатый, с легкими медовыми нотками и оттенками сирени. У тигуаниня много полезных свойств. Он хорошо бодрит по утрам, тонизирует организм. Также он богат витаминами В, С, Д, Е, К. И тигуанинь очень хорошо принимать перед сном, так как он является хорошим антидепрессантом. Еще одно очень полезное свойство тигуаниня – он способствует снижению веса. Поговорим о легенде, которая принадлежит чаю тигуанинь. Легенда гласит о крестьянине из уезда Аньси, который по дороге на свое поле проходил мимо старого полуразрушенного храма Бодхисаттвы Тигуанинь. Крестьянину очень нравился этот храм, и он мечтал восстановить его, но у него не было денег, так как он был беден, и он решил убираться в нем, дабы отдать дань богине Гуанинь. Крестьянин убирался там на протяжении многих лет, и однажды во сне ему явилась богиня Гуанинь и рассказала ему о том, что за храмом он может найти сокровища, которые может забрать себе, но в то же время должен поделиться им со всеми. На утро воодушевленный крестьянин пошел к храму и нашел за ним чайный куст. Он пересадил его возле своего дома, и когда пришло время, он приготовил из него чай. Чай получился очень вкусным, крестьянин угостил всех им и назвал его в честь богини Тигуанинь. Вот и все, наш выпуск подошел к концу. С вами был кальянный мастер Владимир из Феромон Коменда. Курите в правильных местах и пейте тигуанинь.